Галкин продемонстрировал отличную форму Долиной. Телеведущий и юморист Максим Галкин оригинально поздравил с днем рождения свою подругу Ларису Долину, опубликовав в Инстаграм кадры программы, демонстрирующие, что певица в отличной форме. Об этом сообщает телепрограмма «Про». По данным издания, на кадрах, размещенных Галкиным, Долина поет песню на одной из передач под аплодисменты зрителей. Поражает, в какой прекрасной форме находится звезда. Она заметно похудела за последнее время. Напомним, что именно 10 сентября исполнительница отмечает очередной день рождения. Ей исполняется 64 года, отмечается в статье. Актуальные новости отмечают, что Лариса Долина прославилась не только своим творчеством, но и советами по похудению. По словам Долиной, питаться необходимо дробно 6 раз в день. Перед тем, как лечь спать, артистка рекомендовала выпить чашку травяного чая.